Республики Татарстан была выбрана в качестве площадки для строительства питомника для семейства кошачьих. 29 октября в Голубом зале Казанского федерального университета прошло совещание по этому поводу. Центр будет называться «Снежный барс». Он предполагает изучение редких видов кошачьих. Речь идет, конечно, не о домашних питомцах, а о таких видах, как амурский тигр, дальневосточный леопард, рысь, снежный барс и другие. Надо сделать центр, где и снежного барса надо изучать, и другие виды кошек. Начинать надо, естественно, с редких видов, в первую очередь с тех, которые живут на территории нашей страны. А ученые, которые должны с ними работать, понятно, что в первую очередь должны быть ученые нашей страны, и особенно из Татарстана, поскольку центр здесь находится. Но не только. На мой взгляд, это должен быть центр, в который можно будет привлекать ученых и из-за рубежа. Сейчас решается вопрос, где строить подобный центр. Такое место должно удовлетворять многим требованиям. Это и подъездные пути должны быть нормальные, и электричество должно подводиться, должно подходить к этим местам. Вот. И это должно быть достаточно изолировано с точки зрения наличия поселений, с точки зрения сельского хозяйства. Должен быть совершенно такой разнообразный рельеф этого, такого места, с тем, чтобы можно было содержать животных разных экологических групп, и степных, и лесных, и других. Центр будет представлять собой большой комплекс с определенной инфраструктурой, которая обеспечит содержание животных и наблюдение за их поведением. Предполагается, что центр будет выполнять сразу несколько функций. Вот вокруг этого центра должны быть объединены, как мне кажется, целый огромный спектр, вообще говоря, лабораторий, научных институтов, университетов, которые и проводят исследования на этих видах кошек, и готовят специалистов, которые будут с ними работать, и студенты выполняют свои дипломные работы, курсовые работы, и аспиранты выполняют кандидатские свои работы. Не случайно совещание проходит в стенах Казанского федерального университета. Специалисты Open Lab, генные и клеточные технологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ совместно с Казанским зооботаническим садом как раз разрабатывают генный препарат для регенерации тканей после травм у кошачьих. У них уже имеются успешные результаты. Необходимо исследовать геном хищника, разрабатывать новые методы ветеринарной медицины для того, чтобы помогать при лечении редких исчезающих кошек. Планируется, что данные разработки будут использоваться в центре по изучению редких видов кошек «Снежный барс». Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.